Свое 90-летие отметила ветеран труда Анна Новикова. Поздравления люберчанка принимала от родных и близких, в числе гостей и глава округа Владимир Ужицкий. Прямо из Кремля. От Владимира Владимировича Путина. Это вам поздравление. Значит, здесь у меня от Андрея Юрьевича Воробьева, губернатора, поздравления. Ну и скромное поздравление это же от меня. Я вам это все передам. Визит главы округа пополнил копилку поздравлений и подарков. Принимать гостей и накрывать праздничный стол в этой семье умеют благодаря Анне Григорьевне. Ветеран труда 30 лет проработала поваром. Кулинарные способности передались ее дочерям. Угощения, приготовленные хозяйками, отведал и Владимир Ужицкий. Ну и вы себя укрепляете, она вам тоже дает энергию. И смотришь, вот это перетоки, вот это она всего. Фору дает, знаете, какую? За 90 лет Анна Новикова пережила многое. Свой трудовой путь ей пришлось начать в 11 лет. Девочка наравне со взрослыми копала окопы вокруг столицы. В годы Великой Отечественной войны ее наградили медалью за трудовые заслуги. Работала Анна Григорьевна до 72 лет. И всегда вела активный образ жизни. Больше всего надо ходить и заниматься. Не сидеть, не лежать, а ходить и заниматься. Я даже в последнее время сейчас сижу на кресле, а все равно я верчусь. В Люберце Анна Новикова приехала вместе с супругом 60 лет назад. Они стали родителями двух дочерей. Сегодня у Анны Григорьевны 5 внуков и столько же правнуков. Главное для ветерана труда – любовь в семье и уважение, а лучший подарок всегда – отметить день рождения вместе со всеми близкими. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ.